Как мы привыкли лечиться? Только официально доказанными средствами, которые прошли различные исследования и испытания. Именно доказательная медицина в последние годы завоевала весь мир. Но давайте посмотрим на Китай, одну из самых больших стран по численности населения. Там лечатся по-своему, с помощью традиционной китайской медицины. Так, возможно, и вам стоит лечиться с помощью китайских методик. Иглоукалывание, гимнастика цигун, массажи банками и прижигание полынной сигары. Кому эти направления китайской медицины действительно помогут избавиться от астмы, мигрени, болей в спине и других болезней? А для кого они все-таки бесполезны? Давайте обсудим все «за» и «против» медицины Китая вместе...